Белух, иди к нам, мы тебя потрогаем за нос. А, простите, ребята, простите. Давай. Можно я вот эту свою? Вот эту? Мне солнце прям светит только. Вот это вот белое пятнышко. Так, нас как-то крутит не туда, да? Ты хочешь к ней прыгнуть? Да нет. А если она убежит? Она уже, наверное, убежала. Но мы видели белуху, я впервые. Ну, мы ее спинку видели. Ну, все равно. Ну вот, где... Она же должна где-то тут вынырнуть. Вот она плескала, туда подошли и все. А может она под нами? Легко. У нас не будет. Я не знаю, наверное, просто мне против солнца не видно было. Что-то вроде беленькое было. Она же может уже там быть, да, за нашей спиной? Мы подождем ее? Или она... Ну, мы, слушай, мы так идем тихонечко, ага. Самым малым, потому что гоняться все равно бесполезно. А если она пошла в сторону моря, да, что скорее всего, то и мы туда же тихо двигаемся. А их как-нибудь приманить можно? Ты удивишься, но ребята, которые исследовали, сказали, что единственное, на что они приманиваются, это когда играет музыка или люди поют в лодке громко. Давайте, они, запевайте. Я не знаю, ты знаешь, я боюсь, на мой голос белуха не придет. Артем, вся надежда на тебя. Возили колонку даже с собой, чтобы они не так пугались. Назад, надо смотреть, вдруг она там. Маленький кит. Вон она, вон. А? Точно. Вон. Смотри. Маленькая совсем, это ребенок. Ребенок, да, мне казалось большой. Может сейчас мама человек? Это малыш. Ой, ничего себе малыш. Малыш, она же 9 метров. А черное что это у нее на начале? Белухи, что такое черное? Черная деловая, черная деловая. Это ребенок такой. Мы преследуем кита. Ура! Чайка его тоже, по-моему, преследует. Слезки в глазках, я ничего не вижу. Артем очки не взял, да, эти темные. Сейчас мы кинем к белухе Евгения, и он там это что-нибудь снимет, я надеюсь. Я же говорю, в море. А она куда-то опять? Всё, пугалась. Так вот тихо пойдем, она в сторону моря. Мы параллельно. Я хотел догнать параллельно, чтобы свет отбить.
Да, сегодня кепочки явно не хватает. Вчера все-таки бы солнца не было. Было проще смотреть. А белухи же медуз едят, да? Нет, рыбу. А медуз кто ест? Я видел видео, где она медузу, да, всасывала. Ну, чё, медузу. Тоже, вот действительно, явно маленький очень по размеру, какой-то малый. И видишь? А может сегодня тюленей там покажут на острове? А мы туда пойдем? Интересно, она какое-то время сидит под водой, да? А потом несколько, какое-то время надо держаться, видимо, обогащаться воздухом. Потому что большие-то они вздохнули и все, и на 40 минут могут уйти. Обогащение белухи. А мне все-таки интересно, они же полностью белые, а у этой что-то черное такое. Может, она в чем-то запуталась, ее надо спасать? Может, его надо спасать? Вот я и говорю, может, надо спасать? Догнать и обнять. Сделать пуньк за нос. Вот надо же, лежал на поверхности, пускал фонтанчик. А мы его взяли и выгнали. Ну, день ВДВ все-таки. Ой, да. Точно, сегодня же день ВДВ. Вот и фонтан, а ты удивляешь. Она нам фонтан. Теперь ищи десантников. Точно. Вон она. Она нас на одинаковом расстоянии держит. Хочешь ее подрезать? Дальше он идет. Ну надо. А тут же не слышно, если орать, да, из-за мотора? Да, вообще. Вот, видишь? Да, кита посмотрел. Здорово. А Маша говорит, у нее подруга в Териберке шлет ей видео с китами, дельфинами, а они там арендовали лодочку и просто плавают, их смотрят. Повезло. Да. А это может быть патрульники? Да нет, я прямо.
А вдруг у него черное это снаряжение? А, ты это? Ну да. Военная белуха? Ну а что, тут они же рядом. Точно. Вот. Вот. А уже смыло. Может, у нее какой-нибудь это, типа пакета что-то было или водоросли? Где? Очень болтать стал. А белухи, они по одной штуке плавают или стаями? По одной. Они, по-моему, не семейные. Хотя группами иногда собираются. И здесь детский сад белух есть. Да? Ну, не здесь, на Соловецких островах. А-а-а. Там они приходят рожать. Мне тоже сейчас снимок показывали. Там штук 30, наверное, одновременно. Сколько-то раснимали. Вообще. Интересно, какая крейсерская скорость у белухи? Ну, то есть она сейчас тут медленно гуляет или изо всех сил плывет? Нет, медленно гуляет. Там вообще, конечно, они очень-очень плавающие. Они рыбки, да? Угу. Вон она, прямо. А опять в черном. Может, это тут несколько? Я вот туда, на скалы. А-а-а. Вот если вы пойдете направо, то пойдете туда же, где вчера были. Пойдете да. налево, там через какое-то, ну через километр. Вход в другую бухту, она лесная. А-а-а. В конце бухты порт. А так она лесная. Домов там нет. Мы тут пристали, а белуха там вон. Вон она. Ну давайте будем считать, что это патрульная белуха. Ага. Вон она идет к себе на базу. Ну.